Готовы ли вы покорить вершины академического мира и поступить в университет за границей? Да, капитан! Ответ «да»? Так точно, капитан! Тогда вы в правильном месте. Приветствуем всех! Сегодня на канале Мариади мы приоткроем завесу тайны успешного поступления в университет. Специально для этого я взял интервью у опытного специалиста, карьерного консультанта и профориентолога Доминика из уважаемого международного колледжа Сент-Клэрс, Оксфорд в Англии. Какую программу лучше выбрать, если хочешь учиться на бакалавриате за границей? Как профессиональная помощь карьерного центра при школе помогает абитуриентам? И куда поступали студенты колледжа после работы с консультантами? Все это найдете в этом видео. Поехали! Дамы и господа, ladies and gentlemen, let me introduce you. Хочу вас познакомить с Доминик. Очень важный человек. Рад встрече. А почему важный? Позвольте мне объяснить. Зачем мы идем в школу? Чтобы поступить в хороший университет, правда? Да, я бы так сказал. Это очень важная часть. По всему миру существует очень много школ, в которых можно учиться. Но следует подумать с точки зрения клиента на этом рынке, в процессе выбора из предложенных вариантов, как вы вернете эту инвестицию, или как вы воспользуетесь школой в качестве платформы для улучшения других аспектов вашей жизни, такой как университет. Да, такой как университет. Мы призываем наших студентов думать об их будущем. И многие наши студенты рассматривают для себя целый диапазон стран и университетских направлений. А с точки зрения университетов у нас огромный выбор. И мы поддерживаем студентов, открыто обсуждаем, что они хотят делать в жизни и куда они должны пойти дальше. Если я приезжаю в школу или университет, то не только снимаю экскурсии, но и общаюсь. Стараюсь выловить для беседы всех и каждого. Для того, чтобы в том числе поговорить не только об образовании, но и о чем-то приземленном. Так что, если хотите отдохнуть, поищите такие интервью в поиске. Либо я оставлю несколько интересных ссылок в описании. А пока обратно к нашей интересной беседе. Вашу работу еще также делает интересной и тот факт, что это школа с программой IB. И это дает выбор из огромного количества различных стран. Студенты могут выбирать из огромного диапазона. Не правда ли? Это так. Программа IB, насколько вы знаете, привлекает студентов с огромного количества стран. В нашей школе на данный момент около 40 различных национальностей, и более 90% наших студентов — иностранцы, как и здесь, в Оксфорде. И с точки зрения университетов, как вы сказали, это дает большой выбор. В прошлом году у нас было 48% студентов, которые поступили в Великобританию. Интересно, меньше половины. Совершенно верно. Чуть больше половины наших студентов выбрали для себя другие страны. Поэтому, если вы поступаете сюда, затем совсем не обязательно, что вы продолжите учиться в Великобритании на ступени высшего образования. Да, и у меня только что было интервью со студентами из Болгарии, Сенегала и Италии. И они рассматривают для себя Испанию, Нидерланды. Почему бы и нет? В Европе и за океаном очень много хороших учебных заведений. И сейчас есть возможность подаваться через UCAS+. Это значит, что есть университеты, в которые достаточно сложно попасть. Конечно же, мы помогаем студентам и с этим, чтобы получить лучшие варианты для них, но мы всегда считаем, что хорошая идея будет разнообразить ваше портфолио. Да, пожалуйста, подавайте документы в Великобританию, но, может быть, также и в Нидерланды, Италию, Испанию. Пусть у вас будет много вариантов. Это очень интересно. То есть можно податься в 5 университетов в рамках системы UCAS в Великобритании, но в то же время рассмотреть и другие варианты. И там нет лимитов. Конечно же, это требует вашего времени, а нужно еще и учиться. Поэтому я бы не советовал подавать документы во все возможные страны, но в целом да. Разнообразие делает жизнь ярче. Поэтому рассмотрите разные направления, если вам этого хочется. Выбор университета – дело непростое. Если прогадать, то прощай время и деньги, которые вы вложили в поступление и учебу в неудачно подобранном вузе. Ну и, конечно же, в любом университете есть много возможностей, особенностей, практики, программы и так далее. Мы в компании Мариади помогаем выбрать учебное заведение себе по душе, по кошельку и любым запросам.
Все это совершенно бесплатно на наших консультациях. На них мы подробно рассказываем про университеты и их особенности, а также о разных организационных сложностях, которые вы можете встретить. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом из доступных в описании. Вы встречаетесь со студентами на постоянной основе? Или как все устроено? Как я раньше упомянул, мы разговариваем со студентами. Есть три различных потока. У нас есть школа IB, международный колледж и также еще несколько школ. И мы, как карьерный сервис, поддерживаем студентов в различных аспектах в школе. То есть, если в целом все рассматривать, у нас примерно 450 студентов. И мы делаем это разными способами. В некоторых программах наши услуги уже включены, и у студентов будут сессии с нами, например, групповые сессии. Но также у нас политика открытых дверей, и студенты могут приходить и встречаться с нами один на один. У нас три работника, и мы работаем полный рабочий день. То есть мы не совмещаем это с работой преподавателя. Например, в прошлой школе, на прошлой работе, я работал карьерным консультантом и также преподавал. Но сейчас это полноценная работа карьерного консультанта. И нам очень повезло с тем, что в сравнении с другими образовательными учреждениями у нас достаточно большая команда, и мы можем предложить эту поддержку. Поэтому у нас есть консультации один на один, групповые сессии, и также мы работаем со студентами онлайн. Также у нас есть собственный веб-сайт, на который студенты могут зайти и почитать полезные ресурсы. Интересно. Очень хорошо, что в школе есть такая команда профессионалов, как вы. Ведь у каждого университета есть свои требования, и необходимо знать все эти лайфхаки, как попасть в конкретный университет. И вы их знаете, не так ли? Ну, наверное, не прямо все. Думаю, что с годами становишься все более и более опытным в том, что конкретно хотят университеты, как правильно выделить студента в этом конкурсе. И, конечно же, мы даем студентам эти знания. Но также следует понимать, что все зависит не только от нас. Это не происходит так, что мы говорим студентам, что им нужно делать. Конечно же, в какой-то мере да, но мы хотим, чтобы наши студенты и сами были вовлечены в изучение этого процесса. То есть вы направляете. Да, направляем, совершенно верно. Мы помогаем им понять, чем они хотят заниматься, чего они хотят достичь, и даем им некоторые инструменты для достижения цели. В отдельных случаях правильный выбор предметов и специальностей даже важнее правильного выбора учебного заведения. Кстати, профориентация молодых людей – это также область моей специализации. Обо всем этом подробнее можем уже поговорить с вами во время вашей бесплатной консультации. И выпускники колледжа Сен-Клер поступают в лучшие университеты. Да, так и есть. Перечислите некоторые из них. Если речь о Великобритании, то, конечно же, есть студенты Оксбридж. G5, если вы знакомы с этой группой университетов. Да, конечно, да. Также университет Russell Group. А это 24 учебных заведения. Но не только в Великобритании, конечно же. У нас есть студенты в Лиге Плюща. Да, конечно. И множество великолепных учебных заведений по всему миру. Кстати, наш канал активно растет и, конечно, не без вашей помощи. Поэтому с меня лишь остается одно пожелание. Держим темп и поддерживаем канал подписками. Нам очень приятно. А на этом у меня все, my friends. Держите с нами связь и до встречи в новых видео. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, TokiTokiClub. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.